Свеклу нарезаю тонкой соломкой. Морковь натираю на мелкой терке. Так она будет более сочной. Моя Фрося тоже любит морковку. Но морковку надо заслужить. Лапу дает. Умничка, девочка. Давай другую. А ты моя умница. Молодец. Куриное филе отварила заранее. Можно добавить любые приправы, которые вы любите. И оставляю всегда куриное филе остыть прямо в воде, которая варилась, чтобы мясо не высохло. Ну а теперь просто разбираю его на волокна. Теперь приготовим заправку. Для этого понадобится растительное масло, немного острой горчицы, сок лимона и чеснок. Все перемешиваем. Заправку добавляю в салат, немного соли и перемешиваем. Готовый салат посыпаем жареным кунжутом и переходим ко второму рецепту. Свеклу нарезаю тонкой соломкой. Копченый сыр натираю на крупной терке. Яйца тоже натираю на крупную терку. К салату добавляю майонез, соль, чеснок. И перемешиваю. Готовый салат посыпаю зеленью. И давайте скорее пробовать. Ребята, подключайтесь к нам, если вы еще не подключились. Не пропускайте наше новое видео. Прошу к столу и приятного вам аппетита!